Яркие красочные арки в форме сердца украсят аллею любви и примирения. Сейчас место отдыха готовят к летнему сезону. Сначала приводят в порядок сами арки, ненужные демонтируют. Затем обматывают сеткой, заполняют землей и высаживают цветы. Работа кропотливая. На каждое сердце уходит около 3 дней и 11 тысяч цветков. Для украшения арок выбрали бегонию. Она цветет все лето и отлично себя чувствует в тени. Планируем завершить к Дню Петра и Февронии праздник до 8 июля. Ну, потому что в этот день много приходит пар фотографироваться. Ну, к этому времени спокойно все завершим, приведем аллею в порядок. Лавочки приводятся в порядок, то есть она приводится вся в порядок. Лавочки смотрятся, нужен какой-то дополнительный ремонт. Окраска проводится, прочистка брусчатки, промывка шампунем. Где-то досевание газонов произойдет. Такая красота будет радовать химчан до осени. Потом сердца законсервируют на зиму и украсят новогодние иллюминации.